друзья! Сегодня провела свою первую трансляцию в ВК. Вот у Игоря Бойко чуть чайник не сгорел. Бегал выключать, заслушался. Вот так вот смотрели мою трансляцию. Кстати, первый раз вела. Настроила я ВК Лив, наконец-таки. Смотрите, сколько было просмотров, сколько было комментариев. Люди делились трансляцией, слушали, что очень приятно. Так, давайте посмотрим, что тут у нас было. 2 часа назад. 188 просмотров и 73 комментария. Кстати, не переключайтесь, эту трансляцию я выложу здесь же, следом за видео. Зарегистрировалось вот 20-40, аж 4 человека. В 20-50 сразу после трансляции было 5 регистраций. И один человек захотел перейти в мою команду, потому что ему спонсор не помогает. Вот так, дорогие мои, дерзайте прямые трансляции в ВК. Это ваша целевая аудитория. Меня зовут Ирина Агапова-Маркелова. Это моя первая трансляция. Наконец-таки я скачала себе ВК Лив. И будем ждать людей. Всех приветствую. Напишите, из какого вы города. Тема нашей трансляции сегодня будет: верите ли вы, что в интернете можно стать миллионером, что здесь можно заработать миллионы рублей и даже долларов. Хотелось бы услышать от вас обратную связь. Всех я вас приветствую. Нас смотрит 24 человека. Добрый вечер, Воронеж. Рустам верит. Ирина, приветствую. Александр тоже. Всем привет. Сейчас еще подождем людей. Я вам расскажу свою историю. С чего начинала я. Зовут меня, в интернете меня знают как Ирина Агапова, но с сентября месяца я вышла замуж и стала Ириной Маркеловой. Поэтому, когда я снимаю видео, я представляюсь, что меня зовут Ирина Маркелова Агапова. Добрый вечер, конечно, можно, главное, где Константин? Нас смотрит 32 человека, это мой первый эфир. Я к нему даже не готовилась. Обычно я вела в Одноклассниках. Ну вот, мои руки дошли до ВК. И я рада вас всех приветствовать. Тема нашей трансляции: верите ли вы, можно ли в интернете стать миллионером? Борис прислал подарок. Спасибо большое. Вот это мой муж, который находится в соседней комнате и уже дарит подарки. Расскажу вам свою историю. Мне 41 год, проживаю я в Ростове-на-Дону, и жила я в Москве. Я даже записывала такое видео, что я жила в Москве 13 лет, и у меня была мечта, мне тогда было 23 года, я считала, что примерно за 10 лет в Москве я заработаю на жилье где-нибудь в Подмосковье, потому что в Москве такие заоблачные цены, а в Подмосковье я думала, что я смогу за 10 лет купить комнату. И была у меня такая мечта. Работала я тогда педагогом и зарабатывала, если на доллары перевести, 50 долларов зарабатывала в месяц. Проработала я педагогом 2 года. Моих нервов не хватило на школу. И потом я выучилась на парикмахера и стала работать парикмахером. И учительскую зарплату я делала за 4 дня. Представляете? Я проработала в Москве парикмахером. Получился из меня хороший мастер. Проработала я в Москве 10 лет в мужском зале. Но вообще мой парикмахерский стаж 17 лет. Потом я переехала в Ростов, в Ростовскую область, потому что
В Москве было несколько взрывов. Я чуть не попала в метро, когда произошел взрыв. И я поняла, что валить оттуда надо. И все говорили, понаехали тут. Даже у меня была подмосковная прописка. Но Москва, большой город, он засасывает, и выживают там только сильнейшие. Ну, я считаю себя... Наталья Демидова, спасибо вам большое. Да, трансляция с андроида заработала, когда я перезагрузила смартфон свой. А так и не нажималась кнопочка трансляция. Ну и так продолжу. Потом, когда я переехала от столицы 1200 километров в Ростов, то я продолжала работать парикмахером, но уже дома. Думала, что буду я работать на себя, спину гнуть не буду и дяде уже отдавать деньги не буду. Я жила тогда в общежитии и в малой семейке в 29 квадратных метрах с семьей. Был у меня тогда другой муж. И я стригла дома. Вся квартира у меня была в волосах. Идешь, открываешь холодильник, там волосы, идешь в туалет, там волосы, снимаешь с себя одежду, там волосы. И так продолжалось еще 3 года. Потом в одной социальной сети, спасибо вам за ваши лайки и подписывайтесь на мои трансляции, и прошу вас еще сделать репосты. Вот. Надеюсь, что будет интересно. В одной социальной сети, в Одноклассниках я увидела проект «Всем миром», в котором я состою с 2013 года, а работал он и продолжает работать с 2011 года. Я посмотрела презентацию и подумала, что что-то тут не так. Слишком обещают миллионы, слишком большие доходы. Я не поверила. И я пропустила это мимо ушей, тем более мне муж тогда сказал: ты что, куда ты лезешь? Это лохотрон, тебя обманут, это же МММ, вот вспомни, как люди остались без денег. И я пропустила мимо ушей. Прошло полгода. Через полгода опять в Одноклассниках мне попалась эта презентация. Ну, я втайне от мужа пошла, оплатила вход, тогда был доллар 30 рублей, и 75 рублей стоил вход. Это было около 2800, 3000 рублей, где-то так. И решила работать втихаря от мужа. Но работать втихаря от мужа не получилось, потому что компьютер у нас был один на троих. Я у мужа и у ребенка, и все по очереди. И так как с людьми надо еще общаться, я тогда вообще не думала, что я буду снимать какие-то видео и проводить вебинары, тем более трансляции. И я ему все рассказала, что я вступила втихаря, но такая я плохая, вот все, хочу работать в проекте. Был жуткий скандал, и когда я получила свои первые 10 долларов на единый кошелек и вывела их, у меня был взрыв мозга, это работает. И в интернете я получила свои первые 10 долларов и смогла их вывести на карту. Специально создала себе карту, заказала Visa, потому что на Маэстро нельзя было вывести деньги. И когда я подержала эти 10 долларов, ну, на рубли в обменнике, в едином кошельке обменяла, я поняла, что все это работает. И я тогда не смогла спать всю ночь. Потому что я поняла, у меня был такой азарт, что здесь можно стать миллионером, и это реально. Мне повезло, я ни в каких буксах я не участвовала и не кликала мышкой за копейки. Это был мой первый единственный проект, и я там стала строить свою структуру. Всем привет, кто присоединился. Спасибо за ваши лайки, спасибо за ваши репосты. И можете подписаться на мои трансляции, если, конечно, есть такая кнопочка, потому что это моя первая трансляция ВКонтакте. Нас смотрит 33 человека за 5 минут, что очень приятно. Михаил Глухих, добрый вечер. И дальше. Так продолжалось 3 года.
Ну, в этом проекте быстрых денег нет. Я так проработала полгода, постоянно были ссоры с мужем. Он говорил постоянно, что это лохотрон, проект всем миром. Про презентацию я вам сейчас рассказывать не буду. Кому интересно, у меня есть ссылочка на стене. Также я записываю видео. 4 года пишу видео. И в итоге он мне поставил условия. Вот, говорит, выбирай либо проект, либо я от тебя ухожу. Я говорю, я не считаю, что это метод для расставания. Ну, я построила структуру, и как только он ушел, у меня пошли очень большие доходы. Сначала было $10 в месяц, потом было 2000 рублей в месяц, а потом моя структура стала набирать обороты, за мной стали идти люди. И так, кто будет просить что-то им показать, я буду таких людей блокировать. Идите, ищите, вам за деньги там все покажут, все что угодно. Вот. Это у нас трансляция по бизнесу. Кому надо просто пообщаться, или кто не верит, что можно заработать большие деньги, тем более название у меня там есть, вот тот может просто удалиться с трансляции. Расскажу дальше. Как только у меня бывший муж ушел, у меня пошли большие доходы. 20 тысяч в месяц, 30 тысяч, 50, 60, 100 и так далее. И мы первый раз с дочкой поехали за границу. Потом у меня пошли очень большие доходы. Так продолжалось еще 3 года. И прошлым летом я встретила в интернете, в проекте «Всем миром» Бориса Маркелова, который оказалась тоже в этом проекте уже 4 года. И мы с ним стали общаться. Так получилось, что мы с ним были на одной волне. Но он жил от меня за 3000 километров в городе Мурманске, аж за полярным кругом. Но наши сердца соединились очень так быстро. Мы стали вместе работать, у нас появились взаимные чувства. И в сентябре мы с ним сыграли свадьбу. Потом мы купили трехкомнатную квартиру и теперь ведем бизнес вместе. Очень часто, кто у меня в друзьях, вы можете видеть мои истории. Я каждый день записываю истории. Каждый день, либо через день я записываю свои видео. Кто присоединился, я в проекте «Всем миром» Whole World, который работает 6-й год. Нам уже нечего никому доказывать. Лохотроны 6-й год не работают. Так, как же удалить этих людей, которые пишут всякую гадость? Рустам Степаненко. Я заработала 3 квартиры. У меня была малосемейка, я потом через 2 года купила двухкомнатную квартиру, и в ноябре месяце я купила трехкомнатную квартиру. Кто мне говорит, что ты врешь, что да, прям 10 квартир, я специально для таких неверующих снимала все это на видеокамеру и выставляла к себе на канал. Можете набрать Ирина Агапова, и вам высветится. Каждый день я снимала, как мне делали ремонт в трехкомнатной квартире. В ремонт я вложила еще, ну, мы с Борисом вместе купили квартиру, вложили мы еще около 1 000 000 рублей. И теперь ведем бизнес вместе. Кому интересно, ссылочка будет у меня в закрепленной записи. Подписывайтесь на трансляции. Долго я общаться не буду. Рустам 2 года и не заработал, а потому что ты плохо работал. Почему я заработала, почему Борис Маркелов заработал и продолжает зарабатывать, а ты нет. Бизнес-автомат зарегло много людей, но толку нет. С людьми, которые пришли по бизнес-автомату, надо тоже работать. Сколько стоит стул? Стул стоит 10 тысяч рублей. У вас наставник норма, у меня нет наставника. У меня наставник моя мама, 72-летняя, которая просто в проекте у нас семейный бизнес, она не является моим наставником. Наставник у меня был в 2013 году. Да, он мне помогал, спасибо ему большое.
Но потом я перерегистрировалась и подключила своих родственников. Маму, папу, мужа, себя. Теперь мы получаем на несколько кошельков и автоматизировали свой бизнес. Мы много не работаем, мы много гуляем, путешествуем 4 раза в год. Я была за полярным кругом, мы были в Болгарии, все это снималось на видео. Вот. И из 100%, кто идет в интернет-бизнес, продвигаются и добиваются результатов только 5%. Вот мы с Борисом вошли в эти 5%. Остальные ленятся, остальные лоботрясы, слабенькие. Они ходят 40 лет на работу, получают копеечную пенсию, которую тратят на коммуналку и лекарства, а мы получаем резидуальный доход, то есть пассивный доход. Пока мы спим, нам приходят переводы. Пока мы не работаем, отдыхаем, нам приходят переводы. Мы их обналичиваем. Все на моем канале вы можете увидеть. Сегодня я вас долго задерживать не буду. Буду вести трансляции, постараюсь часто. Если вам интересны какие-то темы, зайдите ко мне на страницу. У меня есть закрепленная запись. Стена у меня закрыта. И в закрепленной записи в комментариях пишите. Я хочу вот такую вот тему. Там, давайте пообщаемся вот на такую тему. Но все по бизнесу. Вот, по проекту. 5% я... 5%, да. И все ведут свои YouTube-каналы. Все успешные инфобизнесмены ведут свои YouTube-каналы. Если вы зайдете ко мне на канал, у меня там 2600 подписчиков, и это те люди, это не накрученные подписчики, это моя целевая аудитория, которая меня смотрит. Я не считаю себя видеоблогером, мне не нужны миллионы просмотров, и у меня определенное направление. Вот. Рустам, переводитесь, пожалуйста. Удаляйте свой кабинет через службу поддержки, удаляйте свой единый кошелек, отвязывайте, заходите в центр управления. Перерегистрироваться можно, оплачивайте заново $100, активируйте кабинет. Кстати, у меня есть сейчас пин-код. Кто в течение этих 3 дней активируется, тому продам пин-код за 170 рублей, то есть кто захочет. Вот. Вообще он стоит $5, мы его продаем за 200, вот сейчас такая скидка. Обучаю платно. Моя методика обучения, которую я писала 3 года, более 40 видеоуроков, стоит 2000 рублей, а до понедельника следующего стоит 1100 с партнерской программой. Вы будете получать на партнерке, вот будете продавать мою методику, и с 2000 рублей вы будете получать еще 25%. Вот такая партнерка у нас есть. Есть у нас правила чата. Кто хочет в нашу команду, мы не работаем на количество, мы работаем на качество. В чате у нас строгие правила. Вам нужно будет обязательно снимать видео, ставить лайки и выполнять определенные задания. Это не игра, синий кит, не бойтесь. Задания у нас простые. Оформить профиль, снять видео, оформить публичную страницу и выставлять все в чат. Все, на этом я заканчиваю. Потому что у меня там еда готовится. Я вообще думала на 5 минут прийти, просто поздороваться. Рада была вас всех видеть. До скорых встреч. Всем пока-пока.